Давид, многие дети ходят на носочках и машут ручками. Скажите, пожалуйста, в чем причина? И еще, может ли это пройти в течение времени? Отвечу как бы с конца по поводу, может ли это пройти с течением времени. Ага. Вот хождение на носочках, я не могу вспомнить таких. В общем, мне неизвестны примеры того, что вот это проходит с течением времени. Люди, которые к нам обращаются, они приводят детей и маленьких, и уже взрослых достаточно. И проблема сохраняется. Ну, я, по крайней мере, никогда не видел того, чтобы эта проблема, она сама исчезла. Опять-таки, я имею в виду только как бы тяжелые формы. Просто к нам приезжают обычно с тяжелыми формами. Причина. Угу. Причина. Причина. Какая причина? И самое главное, когда мы задаемся вопросом о том, как вылечить ту или иную проблему со здоровьем, всегда надо обращаться к причинам. Причина вот, и хождение на носочках, угу. и махание крылышками – это органические проблемы, проблемы в теле. Это поражение головного, спинного мозга. И считается, что как бы нервные клетки не восстанавливаются, и поэтому это, оно не проходит само. Да, когда есть дети, ходящие на носочках, им делают массаж, стоп, там, да. Ортезы надевают, специальную обувь, но это не помогает, как знают родители. Махание крылышками то же самое, повреждение головного спинного мозга, вот в том числе повреждение спинного мозга вот на этом уровне, вот откуда выходят нервы, которые управляют руками, да, когда возникает перевозбуждение, то начинается вот такое вот махание крылышками. Любую эмоцию ребенок воспринимает. Да, эмоциональный габельбер. Ага. То есть причина органические поражения, которые сами. Ну, не стоит, наверное, надеяться на то, что они пройдут сами. Они, как правило, это не проходят. В нашем центре разработаны методы, подходы, которые позволяют эти проблемы не только уменьшить, но полностью вылечить. Как пример, вот, собственно, девушки знают и видят своими глазами этих детей. Один из примеров, вот сейчас у нас находится две семьи, где дети, ходящие на носочках. Здесь очень важно возраст, в каком начинается вот лечение. Если речь идет о маленьких детях, то достаточно просто нам это как бы, вот, привести к здоровью, вылечить. То есть чем ниже да, чем возраст, ребенок моложе, тем быстрее. Восстановить. Вот, к примеру, сейчас есть семья азербайджанцев из другой страны, там маленький ребенок. Есть семья тоже азербайджанская, здешняя, бакинская. Там ребенок старше. Да, 9 лет. Да, и первый ребенок уже после 2 недель, он уже полностью ходит на плоской стопе. Это перевозбуждение у него как бы вылечилось, именно вылечилось, мы именно это и делаем. Старший ребенок там сложнее, потому что у него уже деформирована стопа, уже когда ребенок все время вот так вот ходит, у него меняется, и стопа растягивается, укорачивается, там сухожилие, то есть меняется уже тело, и сложно уже это полностью вылечить, помогает. Очень сложно. В принципе, да. То есть он чем идет, да, он уже да, идет чуть-чуть, там уже дольше сложности. Пройдет времени. То же самое, что касается крылышек. С Божьей помощью, да, вот мы используем методы и подходы, которые мы разработали, и это приводит к тому, что эта проблема также уходит, вот конкретно вот можно спросить у Елены, которая работает с этими детьми и видит это своими глазами, как это происходит. И, честно говоря, происходит. Это происходит, знаете, как вот ребенок пришел, проходит пару сеансов, и ты замечаешь, что этот ребенок становится другим, на глазах он меняется. Ты в первый момент смотришь, да, вот у него есть крылышки, у него есть стимы, замечаешь, и
впоследствии ты уже сама над собой, когда замечаешь это, ты понимаешь, ой, а у него же это было, а это пропало. Ты уже сама не понимаешь, как это проходит, это настолько сильно просто идет. И это вылечивается, и родители сами, периодически родители заходят и говорят, Лена, ты видела, у него этого нету. То есть настолько сильно это просто и спокойно уходит. Первые недели работы с нами Лена все время, каждый день была Я была в шоке. Первые недели я прибегала к Давиду. Она не могла верить. Ставила руку, Давид, вы видели? Он говорит, Лена, ну это нормально. Я говорю, нет, вы видели? Он вчера был другим, а сегодня он другой. Я на ушахлар, Елена ханым, дейл ки, меркездеки ушахларын терапиядан сонра bir gün lazım olur, iki gün lazım olur, hafta lazım olur ki artık uşaktaki o evvelki diye ki elametler yok olur. Yani o lazımsız elametler. Bu elametlerden biri de uşakların parmak ucunda gezmeyidir aziz tamaşaçlarımız. Tabanlarını yere koyabilmeler. David Bey söyledi ki, belli bize bu problemle tez-tez müracaat eden valideynler var. Biz de bu problemi aradan kaldırmak için müsbət nəticə veren çox sayılı təcrübəmizdən keçmiş metodlar var ki, bu metodlardan istifadə edirik. Ayaq barmaqların ucunda gəzmək tibbi dillə desək piramida sindromu adlanır. Əksər uşaqlarda bu rast gəlinir. Birbaşa bu hal orqanizmdə olan dəyişikliklə bağlıdır. David Bey söylədi ki, deməli beyinlə bağlıdır. Bəli. Və onurğa beyni ilə ola bilsin ki, bağlı olsun, baş beyni ilə ola bilsin ki, bağlı olsun. Yəni müayinələrdən sonra bunu demək olar.